Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1300. События дня. Иакова 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. За 8 июля 2019 года. Объявление. Притормозите, можно прочитать. Пишет. Наталья Усатая в аэропорту. Вылетает из Барнаула в 8:10. Видите как. Заботится и Николая молится, и все. Алена, так радостно обрести новую семью братьев и сестер во Христе. Душа ликует, сердце трепещет. Благодарю за молитву о нас. Валентина Сартисон. Как я рада за вас, родные и близкие мне люди. Благодарение Богу, как чудно все устроено им. О, оказывается, у меня тут опять нету ясности. Ну что это такое? Даже назад вернуть надо. Не смотрел я. Тормозите. Володин вообще аппарат отключен, никак не может брать, не подключается что-то там с аккумулятором. Благодарение Господу за как чудно все устроено им. Всем крестившимся желаю всегда помнить первый этот день и сохранить по всей своей жизни. Слава Христу! Совет общины обоглашенных. Вот тут все как. Седьмая, девятая, девять частей. Ну, у меня по-другому будет там. Наталья Усатая говорит, благодарю Господа Иисуса Христа за молитву обо мне всех. Я уже в Германии, в поезде, через 2 часа буду дома. Тут что-то Сергей добавил, убавил. Тут непонятно что. Ну и вот события понедельника. Остатки людей уезжают. Сейчас двое тут остались. Юрий Георгий этот, имя его переменено, как бы, ну, это есть, означает одно и то же. И Лемеш Дмитрий, все. Отправили всех до одного. И ждем теперь, сегодня-то я уже в 9-е число вошел. Даже из Екатеринбурга. Владимир Галендухин с группой учащихся прибыть. Поехали утром на рыбалку. Невод наш очень мелкую рыбу может брать. Сергей Пупков и Дмитрий Лемеш тащили, а мы
с двух сторон, с этим Георгием с одной стороны, я с этой, по воде шум создавали, били ветками. Около ведра поймали. Еще 300 карасиков забросили на Рыжковский. Наши на машине ездили, покупали мед на урывку к Шерстобитову Геннадию Павловичу, прям на пасеку. Тоже ролик сняли. Как там было? Потом тут наши к старому пирсу подплыли и стали вытаскивать столбушки, там размякли доски. Это не просто так в воде, на плаву. Ну как уж дело покажет. Тоже вспоминаем, радуемся, как это все прошло благополучно, прекрасно, чисто. С записывающими видеоаппаратами плохо. Вот видите, у меня то частоты нет. Володя вообще перестал подключаться, снять нельзя. Дальше как будет, не знаю. На этом-то, пожалуй, все.